Здравствуйте, меня зовут Никита Педякин, я главный тренер детской слэш-хоккейной команды «Красная молния» город Красноярск. И сегодня мы хотели вам продемонстрировать несколько упражнений общей физической подготовки слэш-хоккеистов. За неимением сейчас ледовой подготовки мы сконцентрировались на тренировках на земле, то есть в которых мы используем резинки, эспандеры, бейсболы, утяжеленные мячи и упражнения с гимнастическими ковриками. В нашем спорте очень важно, то есть, иметь крепкие мышцы в верхней части тела, такие-то как плечевой пояс, мышцы рук, широчайшие мышцы спины и мышцы пресса и поясницы. Сейчас мы продемонстрируем несколько упражнений с эспандерами. Мне будет помогать Елизавета Шпакова, это нападающий нашей команды «Красная молния». Приступим. В зависимости от возможностей спортсмена, да, то есть упражнение выполняется либо стоя вертикально, либо сидя на коляске, чтобы нам в первую очередь обезопасить спортсмена, то есть мы должны обязательно выставить антиопрокидыватели и при необходимости кто-то из партнеров либо родители должны придерживать коляску, чтобы спортсмен не опрокинулся назад, либо так не упал. Также в тренировочном процессе мы широко используем мидсенболы. Это утяжеленные мячи 2, 3, 4, 5 килограмм. То есть мы не используем тяжелые штанги, грифы, которые дают изоляцию упражнения. Также можно использовать и небольшие гантели, тоже такого же веса 2, 3, 4, 5 килограмма. Либо это могут быть диски для штанг. В нашем спорте слэш-хоккея немаловажно иметь крепкие мышцы спины и также мышцы пресса, косые мышцы живота, на которые мы тоже уделяем особое внимание на тренировках, при упражнениях, лежа, сидя на ковриках, на гимнастических ковриках, что мы сейчас и продемонстрируем. У головы, кулачки сжали, выдох вверху, вдох, выдох, вдох, выдох. Одно из самых любимых упражнений с слэш-хоккеистами – это стандартные отжимания. Лиза, поехали! Все представленные упражнения можно выполнять как на открытом воздухе, так в спортзале, так и в домашних условиях, используя подручные материалы и инвентарь. На этом все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!